Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Еще один уральский циклон несет дожди и грозы на Западную Сибирь. Но южные районы от Оби до Байкала все еще остаются в сухом и жарком секторе. Далее о погоде более подробно. В четверг, 19 мая, в Новосибирске ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3,8, порывы 13-18 метров в секунду. В ночные часы 15-17 тепла, днем плюс 26-28 градусов. В последующие двое суток температура существенно не изменится. 20 мая ночью кратковременный дождь и плюс 10-12 градусов. В дневное время без осадков и температура воздуха составит плюс 21-23. 21-го осадков не ожидается. В темное время суток от 10 до 12 градусов выше 0. Днем синоптики прогнозируют плюс 26-28. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю удачного дня!